Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании CM под номером 35705. Это у нас немецкая пехота. В наборе у нас также присутствует. В наборе у нас, как вы видите, три солдата и водитель. Так, ну что, первое. Красочно, красиво кольцо. Коробка из плотного картона. Далее у нас пакет с литниками. В наборе у нас два литника. И инструкция. Две инструкции. Это у нас получается инструкция на пехоту и на вооружение. Давайте вам покажу номера красок, которые предлагает ICM для окраски данных миниатюр и вооружения. Ну что, ледники, номера красок. Переворачиваем. Здесь у нас получается сама миниатюра, номера с ледников и буквенное красное обозначение — это номера красок. Тут точно так же. Набор тоже получается. Здесь с вооружением и с миниатюрой. В данном наборе у нас получается три солдата. Это у нас у одного солдата стоячее положение, у одного полулежачее и у одного с флагом сидячее положение. Также есть четвертая миниатюра. Это у нас сидячий водитель. Давайте начнем с вооружения. Вооружение. Французское вооружение 1914 года. Ну, тут пролито все четко, большое количество мелких деталей, каких-либо дефектов на данном леднике не обнаружено. Ни недоливов, ни стыков пресс-форм, ничего. Все хорошо и замечательно. Далее, следующий ледник у нас миниатюры. Хотел бы обратить внимание, что стыка пресс-форм на данном леднике нету. Головы у нас все отдельно, а и головные уборы, они также сделаны отдельно. Кисти рук отлиты вместе с руками, ну, с частью руки получается. Также присутствует у нас флаг и все. Ну, что еще скажу. Компания CM себя очень хорошо зарекомендовала не только в плане модели, но и отлично себя зарекомендовали в плане миниатюр. Миниатюры по качеству CM очень хорошие, и поэтому каких-либо претензий к ним никогда не было. Думаю, что они вам только доставят удовольствие при сборке и окраске. Ну, закончу данный обзор. Закончу тем, что если вы любите Первую мировую войну, то и также непосредственно французские войска, то данный набор должен быть обязательно у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.